Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ, в студии Еламан Раймбеков и сурдоперевод Айгуль Стамбекова. 48 нарушений, угрожающие безопасности движения поездов, выявлено в Алматинской области с начала текущего года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество сократилось наполовину. Среди них сход подвижного состава, задержки поездов, отсутствие запрещающих знаков на железнодорожных путях, в населенных пунктах и многое другое. Более того, имеются несколько фактов, когда руководители компаний-перевозчиков пытаются скрыть перечисленные нарушения. Итоги первого полугодия подвели в областной инспекции транспортного контроля. С начала года специальной комиссии проведено свыше 100 рейдовых мероприятий, в результате которых и выявили все эти недочеты. В итоге была приостановлена эксплуатация 29 стрелочных переводов, 17 единиц станционных путей и 62 единиц подвижного состава. Добавим, всего по области курсируют 34 грузовых поезда. Что согласно статье 30 закона республики? Согласно требованиям вышеуказанного правила, любое нарушение, согласно квалификации, должны взяться на учет. Но в течение за 7 месяцев с нашей стороны проверено 6 субъектов, которые относятся к Казахстану Теміржолы. Нами выявлены факты, 5 случаев, например, вот, скрытые от учета. А вот сегодняшняя цель нашей как бы совещания, круглого стола, будем называть, да, не только, например, вот, мы должны отразить вот, последствия, мы хотим искать причины, почему вот такие нарушения имеют место, и что мы должны делать, чтобы предотвратить нарушения. Около 500 ЖТСУских семейных дебоширов поставлены на карандаш правоохранительных органов. В регионе продолжается полицейская отработка «Быт», направленная на профилактику преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. В течение 3 дней проверено около 2500 подучетных лиц, из которых около 900 наркоманов и свыше 230 наркозависимых. В ходе отработки зафиксировано 26 заявлений по фактам бытового насилия, по каждому из которых приняты соответствующие меры. Во время отработки стражи порядка раздают населению правораснительные буклеты, проводят лекции и беседы в коллективах крупных предприятий. В течение 3 дней полицейскими выявлено и поставлено на профилактический учет 499 семейных агрессоров. В отношении 326 лиц вынесены защитные предписания. Судом установлены особые требования в отношении 45 дебоширов. Из них 22 вынесен запрет на употребление спиртных напитков. Выявлено также 33 неблагополучных семей и 95 зависимых от алкоголя граждан. В Актобе 50 сотрудников нефтяной компании через суд добились выплаты экологической надбавки. Положенную компенсацию им, оказывается, не начисляли 6 лет. В итоге долг перед каждым работником составил как минимум 1 000 000 тенге, передает закон КЗ со ссылкой на КТК. Положенных выплат нефтяники добивались почти год. О том, что им положены деньги за вредность на производстве, узнали случайно, рассказали сотрудники другой нефтяной компании. В итоге суд решил, что все Газпетролиум обязаны погасить задолженность перед своими сотрудниками, правда, только за последний год. Остальную сумму, которая накопилась с 2013 года, как и объяснила судья, взыскать не получится. Все потому, что истек срок давности, пока нефтяники еще не решили, будут ли подавать апелляцию. Полученное решение они, несмотря ни на что, уже называют победой. В Павлодаре жители частного сектора выражают протест проекту электрификации, согласно которому силовые кабели должны проходить через их улицу. И поэтому перекрыли с собой дорогу к спецтехнике, сообщает закон КИЗ со ссылкой на Первый канал Евразия. Прокладка высоковольтной линии под землей вдоль улицы Тульской – часть проекта электрификации строящегося микрорайона «Досток», расположенного неподалеку. Люди не против расширения города, но задаются вопросом, почему линии необходимо тянуть вдоль одной из самых узких улиц частного сектора.
сектора. Грунтовые воды, по мнению возмущенных жильцов, тоже представляют опасность для электрических сетей, проходящих под землей. Представитель подрядной организации пытается убедить их в обратном, но тщетно. Улица Тульская не единственная, вдоль которой строители собираются проложить коммуникации. Общая протяженность сетей почти 5 километров, и тянутся они к южной подстанции. Конструктивный диалог между специалистами и местными жителями не удался. Если, к мнению жителей микрорайона, чиновники прислушиваются, изменив проект, им придется заново проводить инженерно-изыскательные исследования, чтобы просчитать стоимость новой траектории прокладки сетей. А для этого необходимы время и деньги, говорят ответственные лица. Несколько пригородных сел оказались отрезаны от Алматы, а их отказываются обслуживать автобусные парки. Десятки тысяч жителей вынуждены ездить на работу и учебу на попутках и такси, переплачивают большие деньги. Среди них и многодетные семьи. Водители готовы вернуть автобусы, если местные власти дадут субсидии. Но чиновники пока не торопятся решать проблемы простых граждан, передают Закон КИЗЭТ со ссылкой на телеканал «Астана». Сейчас в поселке Байсерке проживают несколько десятков тысяч жителей. Большинство из них каждый день ездят в город и обратно. После закрытия самого популярного маршрута автобусные остановки превратились в стоянки для таксистов. Цена до города 300 тенге с человека, что в несколько раз дороже, чем на автобусе. Субсидирование маршрутов перевозчики ждут от Акимата Алматы, но пока денег из бюджета автопарки не получают. На грани разорения и другие автопарки, обслуживающие пригородные поселки. В управлении городской мобильности затруднились сказать, когда автопарки получат субсидии на пригородные маршруты. Сейчас деньги из бюджета дают только городским автобусам. В этом году им выделили 30 миллиардов тенге. В итоге новый общественный транспорт курсирует только в Алматы, а жители поселка остались один на один со своими проблемами. Свой метод борьбы с безработицей применяют власти села Когалы Кербулакского района. Безработная молодежь и люди, обратившиеся за работой в биржу труда, на 5 гектарах посадили картофель. Все лето они ухаживали за полем. В планах собрать 10-15 центнеров с гектара. Полученный урожай отправить на прилавки Талдыкургана и Алматы. В следующем году руководство села планирует увеличить площади под картофель до 10 гектаров, а это дополнительные рабочие места. Помимо полей у нас в данный момент есть 4 школы основные, 2 начальные школы, больницы, поликлиника, РОВД, районный отдел внутренних дел, которые полиция, у нас участковые, у нас в основном во многом провилирует молодежь. Почта, Акимат, телеком. Телекоме тоже много молодежи у нас. Так сказать, бездейственной молодежи у нас нету. Можно с гордостью сказать, потому что молодежь, во всяком случае, работает в крестьянском хозяйстве. КНДР в пятницу провела очередной, 6-й за последние 3 недели, запуск 2 неопознанных снарядов с восточного побережья страны в сторону Японского моря. Южная Корея полагает, что это были баллистические ракеты малой дальности. Об этом также заявляют американские официальные лица. Южнокорейские военные, как сообщается, зафиксировали ракеты с малой дальностью полета. Снаряды преодолели расстояние в 230 километров и достигли высоты в 30 километров. По словам представителей японского правительства, 2 неопознанных снаряда не достигли исключительно экономической зоны Японии. Ранее в Пхеньяне заявили, что они намерены вновь приступать к каким-либо переговорам с Сеулом о воссоединении из-за совместных военных учений США и Южной Кореи, назвав их репетицией войны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на заявление официального представителя комитета по мирному воссоединению. Это произошло на следующий день после того, как президент Южной Кореи Мун Чжи Ин пообещал добиться объединения 2 Корей к 2045 году. Новые правила дорожного движения могут вступить в силу в Германии уже в этом году. Министр транспорта Андреас Шойер предложил внести ряд изменений в действующее законодательство. По мнению экспертов транспортной сферы, основная проблема в Германии – незаконная парковка. Автомобилисты оставляют свои транспортные средства на тротуарах, пешеходных переходах, велосипедных дорожках, а также прямо на проезжей части. Политик предлагает увеличить штрафы за незаконную парковку до 100 евро, что в 3 раза больше максимального финансового наказания на данный момент. Среди положительных нововведений – возможность передвигаться по городским автобусным полосам
автомобилистам как минимум с 3 пассажирами. Коснутся новые правила и водители электросамокатов, которые в городских условиях смогут обгонять автомобили, соблюдая безопасную дистанцию в 1,5 метра. Это, по мнению экспертов, должно решить проблему. Федор готовится к полету. Российский андроид займет место на борту беспилотного «Союза», который через неделю отправляется на МКС. Робот работает в режиме аватара, повторяет все действия за оператором. Предполагается, что с его помощью можно выполнять широкий круг задач, от простого перемещения инструментов до тонких работ в открытом космосе. Испытания продлятся около 2 недель. Управлять манипулятором будет российский космонавт Александр Скворцов. В теории Федора можно будет оснастить полноценным искусственным интеллектом. В Роскосмосе не исключает, что механизмы этой серии станут испытателями нового российского космического корабля «Федерация», в том числе и в полетах к Луне. История Федора насчитывает уже несколько лет. Его создавали в том числе и для военного применения. Он управлял квадроциклом и стрелял из пистолетов, что вызвало недовольство зарубежных поставщиков. Примерно половина электроники Федора сделана в России, другая половина – импортная. Около 25 тысяч человек в Казахстане были расстреляны в годы репрессий по политической статье. Еще более 100 тысяч осуждены. Среди них Нурмухамед Джукеев. Его обвинили в контрреволюционной деятельности, в создании вооруженных формирований, так называемых бандах. Как и многие репрессированные в 30-е годы, он был одним из тех, кто встал на защиту своего народа, кто открыто заявлял о голоде в степи. По утверждению родственников Аксакала, 350 семей обязаны ему жизнью. После открытых столкновений и массовых репрессий Нурмухамед Джукеев перевез их в Поднебесную. В конце 50-х годов он помог вернуться на родину уже почти тысячам семей. Сегодня в селе Сагабиен, где он родился и вырос, прошло торжественное открытие памятника в честь него. Родные организовали поминальный обед. Здесь же прошла презентация книги о нем. «Банда Атанган Батыр». Наша бабушка всегда переживала, что потомки так и не узнают героический поступок отца. Сегодня ее мечта сбылась. Мы навсегда увековечили его имя, поделился внук виновника торжества Сейдахмет Акашев. Как говорится, человек жив, пока память о нем жива. Он один из тех, кто боролся за свободу и право жить. Жить не в бедности. Он всегда старался бороться законными путями. Но, видя страдания своего народа, как у людей забирали скот, как они голодали и умирали, удержаться было невозможно. И ему пришлось забрать своих соотечественников в соседнюю страну. В 1942 году они все собрали деньги и отправили в Казахстан как помощь голодающим в годы войны. Я являюсь его прямым внуком. У него 4 детей, 2 сына, 2 дочки. Мы хотим, чтобы молодое поколение помнило о героизме и подвигах своих дедов, которые в годы голода и холода готовы были отдать свои жизни ради спасения народа. Поэтому и проводим сегодняшнее мероприятие. В спорткомплексе «Уркен» Талдыкурганда стартовал республиканский турнир по баскетболу «Кубок ЖТСУ». Юноши из Алматинской, Кызылординской, Туркестанской областей и соседнего Кыргызстана на протяжении 3 дней будут бороться за право обладателя Кубка ЖТСУ. Подробности в сюжете. Ловкость, точность и выносливость. В этом году на Кубке ЖТСУ участвует порядка 150 спортсменов из 11 команд. Выясняют сильнейшего юноши до 17 лет, разделившись на 2 группы. Оттачивание спортивного мастерства, набирание соревновательного опыта – одна из первостепенных задач соревнований этого турнира. Мы готовились к этому кубку очень долго, около 2 месяцев, и думаю, мы хорошо покажем себя в этом турнире. Проверить свои силы с равными, а порой с более сильными соперниками, на этом турнире получили возможность и представители юношеской сборной Кыргызстана. Совместные игры с зарубежными спортсменами – это драгоценный опыт и гарантированный рост мастерства, говорят организаторы соревнования. Кубок ЖТСУ проводится в 3-й раз. Соревнования становятся традиционными, и это радует. Турнир значимый, так как здесь формируются команды и игроки, которые будут представлять Казахстан на международных стартах. К 20 августа решится исход противостояний участвующих команд. Судя по игре в первый день, можно сделать определенные выводы. Команда Алматинской области прошла грамотную тренировочную базу, выкладывается по максимуму и готова оказать достойное сопротивление всем соперникам. Ильяман Раймбеков, Мирюэт Кадырбайгызы, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ. С
свыше 500 человек собрал День спорта в Талгарском районе. Среди них не только спортсмены, но и активная молодежь и сторонники здорового образа жизни. Специально для них организаторы подготовили различные состязания и викторины, море подарков и яркий концерт. Чем еще запомнился День спорта для жителей района, расскажет мой коллега. Свежий воздух, веселые болельщики и ценные призы. Приятный стимул для участия в состязаниях. Свыше 500 человек пришли окунуться в мир спорта и здорового образа жизни. Вместе с участниками турниров разминку делал и аким района Рыскельде Сатпаев. В прошлом году Щучинский стал чемпионом республики. С 4 по 6 августа в Болгарии прошел чемпионат мира среди кадетов, где завоевал бронзовую медаль. В будущем хочу поднять флаг нашей страны, как Жақсылық Ушкемпиров, Даулет Турлханов. Это моя мечта. Надеюсь, что смогу осуществить ее в ближайшие годы. Талгарский район – настоящий рай для любителей горного экстрима. Здесь активно развивается велоспорт, легкая атлетика, а также зимние виды спорта – катание на лыжах, биатлон и хоккей. Наш комплекс был открыт 27 декабря. С тех пор вышли два чемпиона мира. Мы активно готовим нашу молодежь не только физически, но и морально. Нужно быть мотивированным и голодным до побед, чтобы стать чемпионом. Впереди нас ожидает чемпионат мира среди школьников, которые пройдут в Нур-Султане. Состязания в честь Дня спорта сопровождались приятными моментами. Праздничный концерт, различные игры, а также награждение дипломами ветеранов спорта района и талантливой молодежи. Добавим, в Талгарском районе имеется 3 крупных стадиона, 2 спортивно-оздоровительных центра, 63 спортивных зала, почти столько же футбольных полей, а также крытая хоккейная площадка. Всего около 240 спортивных объектов, где любой желающий может подтянуть свою физическую форму как зимой, так и летом. Дамир Анитов, Курманжан Касымжанұлы, Аманжол Жанкешев, телеканал ЖТСУ. В Алматинской области продолжаются спортивные мероприятия в рамках 30-летия вывода советских войск из Афганистана. На этот раз прошел городской турнир по мини-футболу. За титул сильнейшего боролись ветераны афганской войны, сотрудники областного суда и городского акимата. Игра выдалась зрелищной, все были подготовлены основательно. Соревнования организованы при поддержке филиала областной партии Нур-Отан и местных властей. В ходе конкурентной борьбы победу одержали сотрудники горакимата. Ветераны области часто участвуют в различных мероприятиях – в культурных, спортивных, социальных. Мы хотим показать молодому поколению важность ведения здорового образа жизни. В будущем намерены провести еще ряд других спортивных состязаний. Такими событиями был насыщен уходящий день. Спасибо за внимание. Хороших вам выходных. До свидания.